Мне продавщицы подходили и просили тоже купить им продукты. Чего? Но они просили купить... Продавщицы? Я помогал бабушкам. Продавщицы. Кассирши. В наглую подходили и просили купить им тоже продукты. Я помогаю пенсионерам, бабушкам, которых вот копеечки там считают, детям помогаю. Ну, вот как раз последнее видео, про которое я говорил сегодня, которое вышло. А продавщицы подходят и говорят, а купи мне тоже, добавь хотя бы 50%, пожалуйста, Дедушка Мороз. Это видео не попало, поскольку я не стал портить, омрачать доброе благотворительное видео вот этими продавщицами. Да. Но, тем не менее, и они просят не на продукты первой необходимости. Если бы они сказали, мне на хлеб и молоко надо, да я бы купил, мне что, жалко, что ли, это хлеб и молоко. А они просят на икру. Чем не на самую дешевую. То есть я бабушке там оплачиваю какие-то продукты первой необходимости, бабушка последние деньги отдает, я вижу, она там достает из кошелька последние деньги свои. А продавщица просит на икру добавить. И ты думаешь, ну ты охуел или как? Бля, жесть. Ну, у меня тоже такие ситуации были, когда мне в личку писали.